Александр Лукашенко посещает Витебскую область. В центре внимания военно-промышленный комплекс. На территории Оршанского района сформирован научно-производственный кластер «Устья». Это 5 новых цехов, где производят и модернизируют определенные типы стрелкового оружия и боеприпасов к нему. В Беларуси продолжается вакцинация против COVID-19. Минздрав получил из России разрешение на использование 180 тысяч доз второго компонента препарата «Спутник Ви». Специалисты доставили партии во все регионы. В стране порядка 700 тысяч человек уже получили первый антиковидный укол. Донорство в Беларуси сделают безвозмездным. Такой документ уже внесен в парламент. Это международная практика. Тем, кто сдает кровь, не будут платить деньги, но предоставят другие бонусы. Например, компенсируют затраты на питание для восстановления после процедуры. К слову, сегодня отмечают Всемирный день донора крови. Белорусские ученые разрабатывают антиковидный препарат. Его планируют получить к концу года. Лекарства создают на основе плазмы, которую получают из крови переболевших коронавирусом. Исследователи работают над тем, чтобы получить чистый иммуноглобулин. Мабруйск Агромаш выпустил очередную новинку – распределитель минеральных удобрений с кузовом и элементами крепления из нержавеющей стали. Эта машина создана с учетом самых необходимых потребностей фермера при работе в поле.